Контейнерная площадка дома номер 368, что по проспекту Карла Маркса, сейчас не просто место сбора мусора, а объект тщательного мониторинга. Специалистов отдела контроля регоператора интересует качество работы перевозчика. Машина приехала согласно графику, мусор забрали. Перевозчик забирает только ТКО и то, что упало во время погрузки. ТКО у нас должно забираться один раз, ТКО забирается ежедневно. Также происходит вывоз КГМ. КГМ у нас забирается один раз в неделю, тоже согласно графику. На контейнерные площадки города специалисты отдела контроля выезжают регулярно, не менее 45 раз в месяц. Прежде всего, ревизор обращает внимание на соблюдение графика и качества вывоза отходов. Как правило, 2-3 сотрудника у нас постоянно находятся на выезде. Один сотрудник в день посещает где-то порядка 30-35 контейнерных площадок, он успевает. Это только то, что запланировано. Да, еще у нас бывают незапланированные выезды, незапланированные мероприятия по контролю деятельности перевозчика. Свою работу отдел контроля согласовывает с администрациями внутригородских районов областного центра. В 2019 мы сделали 125, да, в этом году планируем пока 78. Все зависит от финансового бюджета. Если будут дополнительные деньги, значит, мы можем еще и дополнительно будем сделать. Как показывает мониторинг, свою работу перевозчик выполняет четко и без сбоев. Речь идет и о движении мусоровозов, и о соблюдении ими установленного графика. Если же нарушение все же будет зафиксировано, отдел контроля готов оперативно отреагировать, составить акт и выдать предписание на устранение проблемы. Владислав Жирнов, Дмитрий Столяров, Новости губернии.